Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Те, кто смотрит меня давно, знаете, что я периодически даже в обзорах говорю о том, что я не смотрю ТВ-эфир и так далее, телевизор не смотрю. Приложение «Смотрешка», к которому у меня есть, кстати, полный доступ, здесь 4 онлайн-кинотеатра, здесь ТВ-эфир, здесь куча разных фишек, приложение достаточно молодое и активно развивающееся. Я расскажу вам, что это такое, объясню. Сам я иногда, но все-таки смотрю спорт какой-то. Сам я смотрю фильмы, например, ужастики. Сам я смотрю сериалы. Здесь все это есть. Я расскажу вам, как это выглядит, как этим пользоваться. У меня доступ полный, для теста мне предоставили. Включает 4 онлайн-кинотеатра и сериалы. Например, вот «Игра престолов». А я, кстати, тот человек, который ни одной серии еще не смотрел, но обязательно посмотрю. Я, например, смотрел «Пора звонить Солу», я смотрел «Во все тяжкие», я смотрел «Декстер», и мне очень понравилось. Я думаю, на этом приложении я посмотрю «Игру престолов» полностью. Смотрешка — это приложение, которое скачивается бесплатно, авторизуетесь, у вас 30-дневный доступ бесплатный, сразу доступно около 200 каналов, доступно разные в одном приложении онлайн кинотеатры, что достаточно удобно, сейчас обо всем этом расскажу. Доступна, разумеется, пауза эфира, перемотка, назад можно вернуться эфир в зависимости от канала до нескольких дней, там дней на 5, на 6, а в некоторых случаях даже больше, то есть посмотреть то, что было в кэше, так называемый, хранится. Есть вещи, которые мне хотелось бы доработать, о чем я, собственно, сообщил приложению этому «Смотрешке» разработчикам. Поэтому приятного просмотра, погнали. Итак, приложение «Смотрешка». Как мы видим, у меня здесь есть все. У меня полный доступ, несколько онлайн-кинотеатров, как видим, сериалы. Я обязательно посмотрю сериал «Чернобыль», но давайте по порядку. Скачав такое приложение по ссылке, у вас будет пробный 30-дневный бесплатный доступ, где будет доступно достаточно много всего. Начнем по порядку. Телеканалы. Но тут, думаю, представление не нуждается. Если мы нажимаем на вкладку слева, вот сюда, то мы видим тайминг. На каждый канал он свой. Можно вернуться назад достаточно долго, но это зависит от канала. Посмотреть то, что там было. Можно выбрать, разумеется, жанры. Например, я хочу посмотреть жанр только детские. И у меня сразу все детские каналы, которые доступны, будут здесь. Либо мы можем посмотреть все каналы, пролистать их. И здесь огромное количество каналов, если не ошибаюсь, около 200. Если даже не больше, то есть действительно много. Передачи. Здесь то же самое. Видим вкладку с передачами, нажимаем сюда. Можем посмотреть фильмы, мультфильмы, детектив, например, если выберем. То, пожалуйста, вот они все. Тоже, я думаю, понятно. Иви. Тут огромное количество, опять же, фильмов. Мы можем выбрать для детей, можем выбрать, опять же, фильмы. И фильмы сделал здесь уже, например, артхаус, ужастики мои любимые, вот они. Подборка ужастиков будет здесь, и я еще не все из них посмотрел, но я думаю, посмотрю, ужастики я люблю. Мегаго, опять же, видим здесь то же самое, множество разного контента, опять же, можем все это выбрать. Давайте посмотрим ужасы, то, что предлагает. Но тут не такой большой, как Иви, ну поэтому и здесь интересно, что здесь много кинотеатров, много разных вариантов, триллеры. Ну-ка, ужасы, да, это я неправильно нажал, вот ужасы. Мегаго ужасы. Здесь уже другие, смотрите, Пила 8, жуть какая. А здесь, кстати, выбор даже, по-моему, побольше, чем... Но это здорово, это здорово. Дальше. Сериалы. Сериал «Чернобыль». Пока вышло на момент съемок обзора, только видите два. Я обязательно две серии посмотрю. «Старт» смотрим, то же самое. Опять же, как все работает? Ну и личное. То, что я смотрел, либо в избранном. Дальше. Заходим, например, куда-то. Ну, давайте зайдем в какой-нибудь более-менее нейтральный, выберем. Ну, не знаю, «Немое кино», наверное, не будем. Давайте посмотрим. Мюзикл. Почему бы не поставить мюзикл? Давайте посмотрим. Мюзикл — это, оказывается, Буратино. Как управляется все? Две серии. Первая серия. За это просто, я надеюсь, YouTube не забанит за авторские права. Кинотеатр. Нажимая два раза, мы на 10 секунд перелистываем. Соответственно, влево и вправо. Немного. Это удобно. Я бы предпочел, конечно, чтобы здесь вот такими свайпами регулировалась перемотка. Но такими свайпами слева направо регулируется просто громкость. Какие настройки у нас есть? Ну, во-первых, конечно, можно сделать соотношение, можно выбрать качество, и много где доступно соотношение сторон, но это на фильмах больше, то есть растянуть, сделать больше, либо меньше. Описание, опять же, можно нажать, посмотреть, про что это. И, конечно, вначале я думал, это будет неудобно, но оказалось все лучше, чем я думал. Смотрите, следите за моим пальцем, то есть, в принципе, там в несколько секунд поймать тайминг можно. Сделано это вот так вот, управление. Пожалуйста. Ну и на передачах, разумеется, если мы зайдем сейчас просто ТВ-эфир, включим какую-нибудь нейтральную передачу, я его действительно не смотрю, но включим детское. Надеюсь, YouTube не забанит этот ролик за это. «Детский мир», например. Будет прямой эфир, где можно сделать сдвиг, паузу. То есть можно растянуть,
и вот здесь вот на паузу поставить, забыть или продолжить. Это эфир, как мы видим. И опять же, видим, можно поделиться даже ВКонтакте. Сейчас мы забыть, например. И сделать качество и масштаб. Опять же, растянуть. В принципе, на этом все. Разумеется, смотрешка интересна тем, что здесь много кинотеатров, множество фильмов. Это действительно удобно. Авторизуясь через свою учетную запись, вы можете начать смотреть на телефоне, а продолжить на телевизоре, либо на другом устройстве. Все это, разумеется, синхронизируется. На этом у меня все. Приложение можно скачать по ссылке. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Не нравится — дизлайк. Но лайк, конечно, лучше. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Ну и, соответственно, сериал этот я тоже посмотрю. «Игра престолов». Здорово. Счастливо.